Приветствуем. Приветствуем вас на канале Солнечный Майнинг. Хотел вам показать объем багажника в Nissan Leaf. Вот, что можно перевозить. Что угодно. То, что не больше, чем багажник. Сейчас где-то остановимся, я покажу. Да, квадроцикл маленький, разве что можно. Илюша уже хочет квадроцикл перевезти. К сожалению, большой квадроцикл не влезет, но два кондиционера вот таких влазит. Сплит-системы полностью. Сейчас где-то остановимся, покажу, как оно все влазит. И там еще куча места даже. Так что Nissan Leaf — это офигенный грузовой электромобиль. Вот так вот все это выглядит. Получается, сейчас вам покажу. Вот сколько еще места есть в багажном отделении. Вот так вот два юнита сюда становятся. И два становятся на сиденье сложенные. Так что смотрите, тут еще третий, я думаю, юнит можно расположить, если все в сторонку. Если поставить полностью в сторонку, сейчас попробуем. Возможно, даже и третий юнит станет. Так. Так, так, так. Это 12-ка у нас кондишн. И 9-ка. Ну, коробки практически одинаковые. Чуть-чуть меньше этот. Да, три кондера. Три кондиционера можно смело перевозить, видите, да? То есть два 12-х, один 9-ка, это точно влезет. Ну, естественно, сюда третий блок станет без проблем. Вот так вот. Так что ставим лайки. Nissan Leaf — это машинка на все случаи жизни. Даже если вы установщик кондиционера, наверное, вам тоже покатит эта машинка.